Привет! Сегодня не буду показывать физические упражнения и рассказывать, как надо делать зарядку. Сегодня больше поговорю о природе, о рационе питания, о режиме дня и вообще на свободные темы. Нахожусь сейчас на таком интересном месте. Здесь раньше были озера и пруды, но теперь, как видите, сзади меня строится гениальная стройка. Это торговые центры, еще раз торговые центры. Но от нескольких больших озер осталось маленький уголок. С одной стороны засыпана железная дорога и промзона, с другой стороны торговые центры растут. А здесь гнездятся чайки. Очевидно, они сейчас прилетели на гнездовье, чтобы дать потомство. Интересно, что будет, если это все застроится? Куда все эти животные денутся? Ну хорошо, сегодняшний рассказ не о том, куда денутся чайки, а о питании. Сравнивать и упрощать механизм пищеварения и отдыха человека с чем-то очень тяжело. Это очень сложный механизм, до конца не исследуемый и непонятен еще человеку самому. Потому при выборе питания все-таки, наверное, это мое мнение, не следует основываться только на научных доказательствах и советах врачей. К радости или к сожалению, нужно все-таки еще и проверять это все на практике. Ну, и не пренебрегать, конечно, научными какими-то открытиями и исследованиями, потому что это ускоряет и приносит меньше сюрпризов экспериментирования с питанием. Я могу просто рассказать, как сейчас я применяю то, что с опытом приобрел и со временем. Еще год назад я употреблял мясо и рыбу. Сейчас мое питание состоит из растительных белков. Я не употребляю в пищу мясо, молочные продукты, рыбу. И считаю, на данный момент это довольно-таки удачным выбором, так как силовые показатели повысились, работоспособность организма. Ну, конечно, все проблемы не пропали вот так в один раз, но постепенно я с каждым месяцем чувствую как бы улучшение некоторых моих показателей, скажем так, трудоспособности, силы, ну и концентрации. Я не могу списывать это все на, конечно, питание, но я чувствую, пока этот эксперимент удачно проходит. В общем, уже более полугода, уже восьмой месяц пошел. Думаю, что буду так и оставаться. Единственное, экспериментирую, добавлять еще новые растительные овощи и фрукты, более разнообразные, так как мне спектр вкусовых цветов и возможностей меня удивляет. И я готов экспериментировать дальше с растительностями, потому это очень интересно. Ну, это только я к себе отношусь, потому что когда-то, еще года два тому назад, я совсем был другого мнения. Да, ну и, скажем, ни для кого не секрет, что миф о том, что только в мясе существует такой широкий спектр аминокислот, это, конечно, всего лишь миф. Так как на самом деле во всех растительных продуктах существуют все те белки, которые есть в мясе. То есть это миф. Единственное, что нет такого спектра в определенном продукте. Если мы возьмем отдельно, например, или рис, или горох, или еще какие-то бобовые, там не такой широкий спектр, равноценный, скажем так, в процентном соотношении спектр аминокислот. То есть некоторых аминокислот там почти не отсутствует, очень низкий. Потому чтобы себе сбалансировать белковое питание при
спортивных нагрузках. Тут нужно чуть-чуть потрудиться, почитать, получив информацию о том или ином продукте. То есть вообще, чтобы получить аналогичный спектр широкий и в процентном соотношении, и в качественном соотношении, то желательно, если вы хотите употреблять протеиновые смеси, то использовать смеси компонентные нескольких продуктов, например, там рис, горох, или, например, рис, горох, конопля. Неплохое сочетание. Киноа, чиа. Что даст полностью замену протеину молочному и мясному. А в продуктах тут, в принципе, все то же самое. То есть употреблять более разнообразные белки. Опять же, тот же горох, чечевица, зеленые, стручковые, бобовые. То есть обилие продуктов, насыщенных протеином, это можно перечислять очень долго. Просто я же говорю, что нужно в этом чуть-чуть потрудиться, поинтересоваться и составить себе табличку продуктов, которые нужно употреблять в течение месяца, чтобы соблюдать жир, белок, углеводы. Не стоит волноваться о том, что их не будет хватать. С углеводами проблем не будет. А жиры добирать можно прекрасно из семечек подсолнуха, тыквы и других орехов. Это тоже спектр очень велик. Ну и вкратце я могу рассказать, в принципе, теперь просто свой рацион, например, на один день, как происходит это. Ну, утром у меня порция протеина после тренировки. Утренняя тренировка длится 2 часа. Затем банан или смузи фруктовая. После второй тренировки у меня полноценный прием пищи. В принципе, в день у меня прием пищи один раз, такой полноценный. Второй прием пищи как бы дополнительный, не всегда он бывает. Значит, второй раз я принимаю пищу, когда у меня вторая тренировка, это с часу дня до трех. Затем опять протеин, опять же растительный. Это конопля, рис, горох. Потом идет у меня 400 грамм овощей. Это какая-то каша, гречка, рис, чечевица или что-то в этом роде. Это салат из листовой капусты или же из бурячковых початков, или же какой-то зелени, любая зелень, обязательно. Каждый день принимаю зелень. И или один огурец, или один помидор. Также приправлены, может быть, ржаными сухариками с добавлением консервированной фасоли. Вот. Да, еще я, конечно, употребляю одно яйцо в день, могу употребить вареное. Яйцо, конечно, домашнее, не это, скажем так, свободного выгула. Затем вечерний прием пищи у меня бывает, иногда нет. Это часов в 7-8 после пробежки, после кардио. Он состоит, в принципе, это овсянка с арахисом, с семечками подсолнуха, размороженными фруктами, клубникой, малиной или черникой. Все это перемешанное с медом. И затем клюквенный морс. Ну и воду пью. Воду я пью регулярно, в достаточном количестве. Ну, все-таки минимум у меня уходит, наверное, 2 литра в течение дня. Ну, потому что я тренируюсь, и после тренировки, и утром, и на ночь. Ну и утром, когда я встаю, я сразу выпиваю стакан воды перед тренировкой. Да, ну еще в течение дня я очень люблю зеленый чай. Обычный зеленый чай, не крепкий, абсолютно очень слабый. Сахар я не употребляю, соль иногда по минимуму, ну вот.
Конечно, иногда балуюсь соусами, это да. Это моя слабость. Бывает, или тартар покупаю, или с куркумой какой-нибудь соус. Томатную пасту люблю, но желательно натуральную. Ашановская есть хорошая паста. Это я добавляю вермишель или пасту. Ну вот, в принципе, все. То есть два основных приема пищи. И второй не всегда бывает, в зависимости от насыщенности тренировок или же от желания. То есть бывает, если в вечернее время я кардио не бегаю, то я могу и просто чаю потребить, какую-то фрукту съесть. И, в принципе, вот и все. Вот такой мой рацион на один день. А по поводу экспериментов с питанием, ну, могу сказать, что в интернете достаточно информации по этому поводу. Одно могу сказать, что все же нужно пробовать на практике, как ваш организм воспринимает то или иное блюдо, ту или иную рацион питания. То есть, опять же, я не думал вообще переходить на вегетарианство. Но постепенно как-то попробовал, сначала от мяса отказался, думал, что от рыбы не откажусь, потом попробовал рыбу не есть. Чувствовал себя довольно-таки действительно легко, и мне даже показалось, что концентрация улучшилась. И, в общем, мне понравилось это состояние. Я решил остаться в состоянии вегетарианства. И единственное, что, конечно, обязательно добираю B12 и слежу, если я не употребляю яблоки часто, то я комплекс витамина B принимаю. Но B12, да, это обязательно у меня присутствует или в комплексе мультивитаминный, или же отдельный комплекс B12 есть у меня, то есть витамина B комплекс. Ну, и сравнивать человеческий организм с каким-то простым механизмом, это смешно, но все же можно попробовать. Чтобы достичь каких-то физических результатов, мы, конечно, должны четко знать, каким, скажем так, топливом питать. Или это будет 99-й бензин, или 72-й, разница есть, конечно. И настройка карбюратора, и все остальное, но это если сравнивать. Но я же говорю, что нужно теперь еще и понимать, какой у вас организм, к чему больше преклонен, к чему подходит. Также можно иметь двигатель дизельный и бензинный, и заливать в дизельный бензин и не понимать, что происходит. Потому нужно следить за этим. Ну и лучше всего на практике использовать то или иное питание. Конечно, Fat Secret очень полезная вещь. Но если вы по нему привыкнете и примерно будете знать, какой вам рацион устраивает, то потом можно его и не использовать, а на автомате придерживаться этого питания. К сожалению, я Fat Secret начал вести, но подзабросил, так как чувствовал себя комфортно при определенном питании, вот как сейчас я ем. И надобности как бы следить за Fat Secret не стало, за Fat Secret там следить не стало надобности, потому я его просто забросил. Ну, вот на сегодня, наверное, и все. По крайней мере, по питанию. Конечно, я не избегаю иногда там съесть какие-то галетные печеньки или что-либо еще. Ну, могу одно сказать, что кофе я не пью. Сладости стараюсь по минимуму, но иногда бывает, если какой-то бельгийский шоколад там не сладкий или еще что-нибудь, это, конечно, да. Ну, а в основном такое, как бы, наверное, здоровое питание получается. Вот все, что на сегодня я могу вам сказать. А вообще природа, закат, это очень красиво. Особенно общаясь на свежем воздухе с природой, наблюдая за животным миром, ты осознаешь некоторые вещи и понимаешь, наверное, что кроме бизнеса и каких-то
вещей ежеминутных, работы, еще чего-то существует. Вот эта первозданная природа, которая задумала, и недаром она рационально использует природные запасы, ресурсы, без переизбытка. И то, что животные, это прекрасно. Спасибо всем, кто выслушал. Если есть вопросы, пишите в комментариях, буду стараться отвечать. Может, что-то забыл указать в своем питании, но в основном рацион вот так выглядит. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте про колокольчик. Пока!